В центральном храме Калмыкии проведут большие ритуалы. 8 февраля монахи Золотой обители Будды Шакьямуни прочтут восхваление всем сякюсным хранителям. Как раз по лунному календарю выпадает день всех защитников Дхармы. Раз в месяц именно в этот день проводится ритуал Кангсо. Во время обряда создается особая связь с высшими силами, которые оберегают и охраняют человека, даруют благополучие и счастье. Начало мероприятия в 9 часов утра. Далее в 13 часов начнется обряд, направленный на устранение препятствий и недугов Гурван Хюве.